Добро пожаловать в домашнее видео Пантеры. Мы любим вас. Вы уже видели подобное, понимаете, о чем я? Я скажу широкой общественности, что смотрит данное видео прямо сейчас, здесь не будет предсказаний. Не будет сквернословия. Ебля, санина, пизда, минет, сукин сын, лизни мою педаль. Никакой выпивки. И никаких красавчиков. Перевел кое-кто. Релиз подготовлен группой Advox Film. Текст читали Юрий Сиадир Орлов и Мария Субботник. Пантера. Ковбои из ада. Вот он, пиратский концерт. Ковбои из ада пришли по твою душу. Yeah.
боже! Все пролилось! Яйцо. Эл. Яичко. А я стою на табуреточке. Мы пришли из источника чистой мощи. И все это ради того, чтобы всех мощно раскачало. Вот для чего мы тут. Мы самая кочевая группа в мире. Давай, жги! Только не вот так вот. Говнище! Стив Вай! Типа того. Без тебя как-нибудь справлюсь. Уж поверь. Мы хотим, чтобы вы задрали футболки и потрясли сиськами. А вы сделайте одолжение. Считайте. Вы там готовы? Раз! Два! Три! Вот это сиськи! Ничего себе такие! Вы настоящие бандюги. Вживую вы просто ураган. Мы такие есть. Энергия. Энергия, агрессия, мощь. Для некоторых это грубая демонстрация силы. Вот что творится на всех наших шоу. Это вещь для того, чтобы подпитать вас и вашу гордость. Когда правила такие же, как в партере, я вижу, что вы вытворяете. Мы немножко заставим толпу подвигаться. Давайте, бля, сотворим вместе искусство разделять!
Там написано. Ну чё, мы уже сдохли? Татухи в «Пантере» потрясающие. У пантеровских водителей, у дорожной команды. Вы, говнюки, принимаете участие. Рвете жопы ради нас. Мы любим вас. Да! А если облажаетесь, мы отстрижем ваши яйца. Урок номер два. Я фрик. Я должен это сделать. Видите, изнутри вы как бы говорите: «Кот! Кот! Кот!» Я вернусь к своему творцу. Я покажу ему гитару Дайма. Скажу ему, где он. Пока! До скорого! Позже, творец! Вы уже сдохли?
В рок-мотеле рокеры вписываются, но не выписываются. Сейчас ты у меня отхватишь. Хватит! Доктор Разрушитель! Шлепай ее, Элис! Отсасывай. Отсасывай. Отсоси у меня, у моего писюна. Это круто! Мы бухи, янки идут. Я должен был вернуться к этому. Пусть задержится. Да! Сейчас подпишу. Есть на чем? Испытываю на прочность сам себя, разрушая собственный мозг. Такие вот у меня сумасшедшие. Тут на проводе Джей Гэри спрашивает, стоит ли беспокоиться сегодня городу Карсон. Кажись, так, бля, все и будет. Да, это радио Зирок. Тебе лучше там быть. Вовремя. Ну ладно, мужики. Да! Да! Оу! Оу! В рок-н-ролльной студии Z громкая, как сама прист, зараза. Давайте, мужики, у нас тут живьем Пантера! Все путем, парни. Я хочу сказать спасибо, ребята, не только потому, что приехали в Рино, чтобы отыграть охренительное шоу сегодня вечером, но еще и за то, что заглянули в эфир к Джею Джею в Карсоне сегодняшним днем. Фил, что у тебя там за порез? Сдал кровь на анализ, набил синяк или новое тату? Порезался и упал в обморок. Порезался, хреново. Парни, вы готовы к Рино? Мы-то уж точно готовы к вам. Мы готовы повсюду! Мы готовы повсюду! Да, да. Вопрос больше в том, готов ли Рино к нам. Рино готов к вам. Z-Rock крутит вас где-то месяца три. Боже, вы наши звезды. Вы никогда не были последними в наших чартах за последние. Дни 3 недели. Поздравляю вас. Да! Да! Мочи! Ты это заснял? Эй! Я хочу, чтобы все знали. У вас есть это видео. И вам бы знать как следует. Мы его сделали. Иди сюда. Поближе. Смотрите на одно из 5 прекрасных окон, что у нас здесь есть. Дичь! Следующая вещь называется ересь. Все больше чуваков выглядят как тёлки. Я не видал такого за всю свою долбаную жизнь. Но! Трахать я их не стану, и не трахал. И мы распотрошим пару задниц на сцене, а вы их потом спросите, этих тёлок, какой урок они извлекли. Посидеть с друзьями, бухнуть холодненького, кинуть монетку, зайдя внутрь, тусить как следует, бегать туда-сюда, чтобы отливать, бухать. Неделя за неделей, бля, спотыкаться. Вы же знаете это правильно. Иисусе!
fucking decision. No, no, judgment day. Won't it track when I check? This out, no judgment out. Maybe other. Кусок Рики научился играть сегодня. Аджок. Еще бить и бить. Ну вот и все. Да. Да. Как и обещал. Ну, вы, ребят. Всегда дважды подумайте прежде, ребятки. Ты прав, дважды. Можно над котом приколоться. Можно потише, пожалуйста. Тонг. Ты в порядке? Это салон моды «Пантера». Разделим волосы на пряди. Побреем. Специализируемся на том, чтобы брить наголо полностью, до самой черепушки. Скребем ее станком, пока есть что скрести. И вы будете потрясающе выглядеть. Я всего лишь хочу сказать. Я словно животное, запертое в клетку, знаете? Меня переполняет гнев, знаете? Берешь диетическую колу, добавляешь туда заменитель сахара и даешь ее своим друзьям в футболках Suicidal Tendencies. И говоришь им, ты суицидник, чувак, ты что, хочешь убить себя? А он говорит, нет. Люди всегда так. Люди всегда подходят ко мне и говорят, йо, мужик, ты суицидален, ты суицидален. Но я говорю им, я не-не-не-не-не-няшка. Привет, Майк. Это Фил. Thank you.
угостим его. Уберите нахер эту штуку у меня с дороги. Хотим угостить тебя пончиком? Нет, я не ем пончики. Не ешь пончики? Я, бля, не ем пончики. Выруби это. Прямо нахер сейчас. Помаши хоть на прощание. Не нравятся мне, бля, пончики, понятно? Заходи. Враждебен. Неприязнь в чистом виде. Наконец-то. Вот так-то. Вот он любит пончики. Разница, когда делаешь что-то вживую, в том, знаете, что вместо нас на сцене могли бы быть какие-то другие чуваки в каких-нибудь высоких кожаных сапогах, всяком таком дерьме, в дорогих побрякушках. И Фил выходил бы на какую-нибудь сцену, знаете, такой: мы настолько крутые, мы не можем общаться с этими ублюдками. А мы их всех целуем. Мы же расстреливаем зал и отрываемся там. Можно сказать, что мы сами фанаты вместе с нашими друзьями. Несомненно, дружище, приведи нас на шоу «Пристав» на концерт. Пронг на все, от чего мы сами тащимся. Мы будем тусить там у самой сцены. Я буду крутить сальтухи со сцены. В прошлом туре мы его потеряли. Эй, а где Дэрол? Где Дэрол? Смотрим, а он спрыгнул в зал, в самый чертов партер. Бухой как черт. Сорвался разок, хрен бы с ним. В Канаде он спрыгнул в партер прямо вместе со своей гитарой. Каждый, кто приходит на наш концерт, видит мощь, агрессию, пот. Не бойтесь ничего, ни порчи имущества. Кому не насрать, что вытворяет твоя баба, как выглядит твой хайр, насколько большой у тебя член. Просто прыгай со сцены в зал, малыш. Понимаете?
Это заключительная часть. Убедитесь в том, что вы поняли, что это типа послесловие. Итак, начинается. Подрабатываешь? Отлично! Гоните наличку! Наличку! О, дайте чуть-чуть бабла, бля! Те, кто ловит такси, или если ты сидишь в кадиллаке своем, пришлите мне, бля, денег! Отдайте мне свои деньги! Как бы там ни было, парни, спасибо большое. Спасибо за поддержку. А ведь без нас и без вас не было бы никакой вселенной. А вы что об этом думаете?